он звучит. Этот бит — лучшее средство, чтобы чувствовать правду. От волнения сердце у участников, их родителей и наставников группы «Что скажут дети» музыкального проекта «ВВ-групп» застучало при новости о том, что они вышли в финал отборочного этапа детского Евровидения. Более 10 тысяч заявок, затем 50 участников из разных городов и регионов страны. И полуфинал – успешное прослушивание в Москве в Академии Игоря Крутого. В аэропорту Владивостока шестерых финалистов дружно встречали близкие друзья. Отправить заявку сразу после победы в международном фестивале поколения Next в Сочи решила художественный руководитель команды Анна Терентьева. Видео на песню, необходимое для участия, сняли буквально за 2 дня. В то, что бит нашего сердца понравится многим, не сомневались, но такой поддержки и такого успеха даже не ожидали. Даже не могу объяснить, как решились. Вот пришла идея, пришла информация и пришло понимание, что надо. Сделали за 2 дня, отправили и прошли. «Бит нашего сердца» для ребят написала певица, автор и композитор Алана О. Девушка признается, возникло желание сочинить детскую песню со смыслом, которая при этом будет еще и зажигательной. О том, что благодаря ей станет причастной к детскому Евровидению, не могла и подумать. И мне хотелось, чтобы детки, которые будут повторять ее петь, чтобы они, им нравилось это, чтобы они были похожи. И как бы там ни было, она несет, как ни крути, большой смысл. Она про единство, она про единение детей. А вот юные участники в большой успех песни поверили сразу. Даже после постоянных репетиций ребята везде и с удовольствием ее поют. И, конечно, верят, что она принесет им большую победу. Мы опять на первом месте в голосовании. Хоть утром нас и спихнули на 3-е, но теперь мы опять на 1-м. Я послушал все там песни, но наша песня самая зажигательная. Можно под нее очень много станцевать. Можно прям подвигаться очень энергично. Потому что мы ее исполняли с любовью для зрителей. И мы очень надеемся, что им понравится. Нравится, и мы... Давай ты скажешь. Ну, во-первых, потому что эту песню сочинила композитор и певица нашего любимого города Владивостока Алана О. Мы очень давно знаем Алану, и нам очень нравится всегда ее песня. Мы подаем ее с такой подачей, что мы радуемся в этой песне, ну, показываем свои голосовые данные. Тренируемся по 2-3 часам. Очень сложно, трудно, но мы должны это сделать ради того, чтобы выиграть. Родители признаются, сейчас дети, конечно, очень много работают, чтобы в случае победы достойно выступить в финале. Но такие старания маленьких артистов их не пугают. Это сложно, но когда я вижу ее счастливые глаза, и когда ей все это нравится, она на таком позитиве, это здорово, чувствуешь гордость, чувствуешь такое счастье родительское, это очень дорогого стоит. Помочь группе «Что скажут дети» выйти в финал, чтобы выступить на детском Евровидении 2016, может каждый. Для этого совершенно бесплатно нужно неоднократно проголосовать за песню «Бит нашего сердца». Все голоса по итогам финального этапа жюри суммируют с результатами зрительского интернет-голосования, которое уже развернулось на официальном сайте конкурса. Чтобы наша команда из Владивостока попала в, пожалуй, самый масштабный всероссийский детский музыкальный конкурс, нужно сделать совсем немногое. Проголосовать на сайте JuniorEurovision2016.ru. Голосуй!